Очередная госпрограмма под угрозой срыва. Сегодня на заседании правительства министр регионального развития Булат Джамишев заявил, если программа по обеспечению питьевой водой населения Акбулак будет и дальше реализовываться такими темпами, она может провалиться. На данный момент из запланированных 316 объектов в эксплуатацию введены лишь 225. Привозной водой в стране до сих пор пользуются более 150 сел, тогда как по плану к 2020 году водоснабжением должно быть обеспечено 80% сельского населения и 100% городского. Основные причины невыполнения, по мнению министра, слабый контроль со стороны акимов и недофинансирование из местных бюджетов. Количество проектов 86 было представлено Министерству регионального развития, местными исполнительными органами. К финансированию взято 68. Это в 3,5 раза меньше, чем нужно в среднем делать проектов в стране. Программу нужно кардинально перекраивать. И перекраивать ее нужно, не снижая конечные показатели, то есть конечные цифры по обеспечению к 2020 году населения водой. Это то, что не может меняться.